Школа рисования. Рыбакит, папа рисует. Привет, я Ваня, а ты на канале Рыбакит. И сегодня мы рисуем Йети. Это такую кошечку из моего проекта Кися. Очень просто рисуем. И в конце я тебе расскажу, и посередине расскажу, как получить приз, если ты поучаствуешь в конкурсе и про Кисю порисуешь со мной. Бутылочку покажу и подарок покажу. А сейчас Йети. Это такая кошка. Можно сказать, такой смешной человечек. Может быть, человечек, может, кошка, неизвестно, да? С большими глазами. И я начинаю рисовать большие глаза. Два больших глаза. Очень просто, да? Йети, ты знаешь, это такой зверь, который живет, невероятное животное, которое выдумали сами люди, и живет она, это животное в горах, наверное, да, больше. И я нарисовал такого Йети тоже. Глаза нарисовал, зрачки ему нарисовал, очень просто, очень все просто. Дальше нарисовал ему много шерсти, вот он такой будет. Шерстяной кот, Кися кот, много-много шерсти. У него будут такие ушки, и он будет очень смешной, волосатый, смешной. Вот такие волосики. Сам он улыбается. Он добрый. У него есть носик. И, конечно же, у него есть тело. Мы его нарисуем. Тело такое. Если остальные киси, они такие более культурные, носят одежду, то этот киси, он вообще не носит одежду. У него все лапы, все шерсти. Ну, можно сказать, это как его одежда будет. Такой дикий кот, дикий кися. И я рисую и везде волосики на нем. Волосики. Волосики и, конечно же, хвост. У него длинный хвост будет. Древних кись был длинный хвост. Вот такая у меня кися получилась. Даже думаю, усики нарисовать, не нарисовать. Наверное, не буду рисовать. Такой кися без усиков. Так, вот такой у нас рисунок. Я тебе расскажу, что если ты нарисуешь со мной такой рисунок, любой из проекта Кися, то получишь такую бутылочку. Присылай свои работы в телеграм-канал. Бутылочка такая из Тритана. Она брендирована кисями, она здоровская. Ее открываешь. Хопа, нальел воды. Открыл. А здесь можно с помощью соломочки попить. Вот такой у меня кися. Раскрашиваем. Раскрашиваем как хочешь. Но по возможности лучше взять какие-то светлые тона. У меня кися будет серенький. Я возьму серенький цвет. Если у тебя есть, то прям бери серенький цвет. Раз, 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 раз. И так получается серенький цвет. Вот так. Везде у нас по серенькому все, да? Так, раз, 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 раз. Он такой белый. А почему? Потому что в снегу живет, потому что там холодно. И надо сказать, что это друг киси. Нашей рыси. Вот такой вот киси. Рыся есть, да? И это ее друг. Он самый лучший друг. Он ей все помогает, все делает. И всегда спасает ее, можно сказать. А может, просто нас веселит. Покажем вокруг снег, что он, это снежная кошка. Снежная кошка. Это не снежный барс, потому что снежный барс вот такой у нас. Снежный. Будет, да? Мы его тоже будем нарисовать. Это Айс. Но сейчас что-то похоже. Может быть, это какой-то друг Айса, нашего героя. Ну, вот так вот мы нарисовали кисю. Это очень легко и просто. И самое главное, можешь поучаствовать в конкурсе, который проходит в телеграм-канале Рыбакит Пап Рисует. Заходи, подписывайся, присылай свои рисунки. Их может быть сколько угодно. Рисуй целый месяц, весь май, в конце мая, 1 июня, да, можно сказать. Подведем итог и кому-то подарим вот такую бутылочку. Классно. Все, хороших рисунков.